welcome Daniel and Tanya for their talk about high assurance crypto software. Thank you. So why is high assurance crypto software a thing? Why do we worry about the correctness of software or the quality of software? So just some recent news results about, well, crypto getting broken so badly that the private keys leak. These are just reports from October and November. And this one nicely puns at the pun saying timing is everything. So these were some timing attacks which completely broke elliptic curve-based cryptography so badly that the private keys came out. Timing attacks are not a new thing. So back in the days when you logging into a server and that is looking at your password, it might be doing a character by character check. So for instance, you were starting by, well, let's find out what the first character is. So you're sending AAA, well, BBB, CCC. Now, of course, none of them will actually work. This will be very surprising if this was the right password. But you do observe the time it takes to say this password is wrong. Затем вы замечаете, что CCC занимает немного больше времени, чтобы провалиться. Затем вы пробуете CAA, CBB, CCC. И все так же это неправильно. До того момента, когда это займет несколько дольше времени, чтобы провалить проверку. И в конце концов вы получаете пароль Конгресс. Это был 1974 год, когда этот эксплойт был разработан Аланом Беллом. Вы могли бы залогиниться и просто перебирая символ за символом. Когда вы приходите в мир криптографии, это становится более тонким моментом. Тайминг атаки, атаки по времени. Будь это RSA или Диффи-Хеллман. И мы возвращаемся к вашим базовым лекциям по криптографии. Окей. Вы берете экспоненту, логинитесь. Это репрезентация D в N-bits, длина в L-bits. Вы можете просто запустить этот код Sage, инициализируйте ваше сообщение в RSA. Для каждого шага вы используете возведение в квадрат. И вы кодируете все до нуля, от длины до нуля, кодируете все сообщение. И зачем вы печатаете шифротекст? Есть проблема, если вы атакер, и вы знаете, что вы используете, что это используется для дешифрования RSA. Вы понимаете, что длина цикла зависит от D. Потому что L было обозначено как количество бит в D, и некоторых... И этот D выглядит довольно коротким. D короче, чем, гораздо короче, чем N. Это будет очень необычный D, который утечет, потому что он короче. А здесь мы имеем разветвление. Если бит из, является один, то продолжим. И кто-то может даже заметить, что я закончил цикл, или я иду на следующий цикл. Если вы удаленный атакер, атакующий, это из недавней статьи по TPMFail, которая рассматривает тайминг атаки по времени на умножение в P256 в эллиптических кривых, и вы видите, что основная часть вычислений она попадает в этот промежуток. А если у вас есть некоторые биты, то это гораздо быстрее.
есть некоторая вариабельность, потому что D довольно это будет настолько быстро, как и если бы короче, но только более плотно. Не знаете, насколько конкретно было. Это было быстро или медленно, в зависимости от насколько они находятся друг от друга. Если у вас очень быстро, у вас есть очень хорошее предположение, что было, что происходило. Есть очень сильная зависимость на длине и также на плотности. Я была удивлена, что в этой статье, что этот пример, когда вы идете бит за битом, и когда это очень ценное время, и вы хотите разделить эти вещи на маленькие куски, мы будете использовать умножение, используя окна, очень популярное окно 36C3. Вы хотите сохранить время на умножение, и вы будете брать несколько бит сразу, вы вычисляете заранее C в квадрате и C в кубе, чтобы это вычислить. Вам нужно несколько вещей сразу. Первые два нуля вы можете пропустить, потому что потом 1-1 вы можете в куб. Это очень легко вычислить заранее. Мы двигаемся по паре бит, чтобы это было быстрее. Следующая позиция 1-2. Возводим в четвертую степень. Это все как в прошлом цикле, но только это мы делаем быстрее. Потому что если мы смотрим на значение следующего бита, чтобы вычислить, что мы делаем. И, конечно, это сокращает количество вычислений, умножений. И таким образом мы делаем 4 умножения вместо 7. Если есть просторный интеджер, то это гораздо быстрее. Мы называем эту вещь «окно», поскольку это 0, то у вас не будет умножения, и вы можете посмотреть трейс от этого, следы. И вы можете посмотреть разные категории, если в начале, если посмотреть в начале нули или нет. Потому что мы берем 4 бита за раз. И также есть 50 случаев из 60, в которых нужно или не нужно вычисление умножения. Также есть проблема с длиной. И вы не знаете, были выставлены эти биты или нет. А как много эти биты делают? Какой эффект они имеют? Вы, конечно, не хотите никаких утечек и RSA, но, может быть, это все не так плохо. Это хуже, если вы используете зашифрование с помощью китайской теоремы об остатках. Несколько лет назад была статья, как вы можете собрать некоторую информацию, создать биты по модулю Q, D-модуль P, и собирать их вместе, и можете обнаружить еще больше информации. Если вы используете DSA-подписи или EC-DSA, они очень хрупкие к... потому что вы будете использовать умножение только один раз. Вы используете рандомное число, делаете умножение, возведение в степень, и делаете что-то еще с этим случайным числом. Эти одноразовые экспоненты, эти цифры, если кто-то знает первые 4 или несколько первые биты, то все, вы знаете секретный ключ от этого. Это очень странная система, и это было эксплуатировано в предыдущих статьях, TPM Fail, например.
И в TPM fail они показали, что можно использовать для типичных имплементаций TPM, криптографии в TPM в вашем компьютере, которые занимаются созданием подписей, и потом вы можете вынуть ключи из TPM. Другая статья Минневра, в котором они используют смарт-карты. Это реально очень плохая атака. Они используют... Смарт-карты должны были проверяться, прежде чем использовать их для подписи, потому что некоторый сдвиг может повлиять очень плохо на сломать всю систему. А также это сломало очень много библиотек, смарт-карт и TPM-ов. И еще хуже, если у вас есть гипертрейдинг, если у вас есть атаки по времени на кэш, если вы делаете лукапы для уже привычисленных заранее значений, то в зависимости от того, что если процесс пытается достать это из кэша или не из кэша, вы можете и даже восстановить экспоненту из этих утечек. Это должно быть конструктивное выступление. Давайте посмотрим, как вы исправите это. Мы знаем верхнюю границу нашей экспоненциации. Мы знаем, что наши ключи RSA, они ограничены N. Люди обычно выбирают 2048 или 4020. И мы знаем, как длину этого. Почему бы это просто не использовать? Мы используем длину этого цикла вне зависимости от длины нашего ключа. Перед тем, как мы сделаем новое сообщение, мы просто инициализируем это один. Если вы возведете единицу в квадрат, то это будет также единица. И вы сделаете то же самое с другими битами, которые находятся в D. Мы можем добавить padding до длины. Мы можем сделать цикл с постоянной длиной. И также мы делаем то же самое, только мы не хотим... Мы не хотим, чтобы было проходила утечка через атаки по кэшу и так далее. И для этого мы жертвуем производительностью, мы делаем умножение для каждого бита, не только для тех, которые не ноль. Для H это тоже происходит умножение, только для тех, которых не нужен умножение. И мы не хотим ничего больше. Потому что атакующий может посмотреть эту ветку и понять, что там. Если бит 0, а 1 минус 0 — это будет M, просто будет M. Если это 0, то таким образом для нулевого мы вычисляем M, а для бита 1 мы выбираем H. 1 минус 1 минус 1 — это 0 на m, и получается просто h. Такая модификация кода вылетает в копеечку, потому что наш цикл стал гораздо больше, и мы выполняем умножение для каждого бита, а не только для ненулевых. Я говорила, что эллиптические кривых, и когда вы делаете RSA, или когда вы делаете Диффи-Хельмана, то вы умножаете на генератор. Теперь посмотрим, как это работает с эллиптическими кривыми. Я в прошлом году, в предыдущих годах, я рассказывал про
про кривые Вайерштрасса, в которых есть дополнительная точка на бесконечности, которая очень может хорошо пригодиться. У нас нету какой-то классной формулы сказать, что «О, это у нас есть какая-то...» У нас есть эти кривые, они имеют это как какое-то исключение из правил, нежели чем... Прежде чем рассказывать про кривые Эдвардса и Монтгомери, когда было 12:12, например, есть популярная кривая 255.19, которая используется в вашем браузере и так далее. И они используют одно удваивание и складывание. Then would comment that probably this is just to make sure that we mathematicians keep lifetime employment because nobody could possibly understand it otherwise. So it's all the same. Была шутка про математиков. Есть добавление и удваивание. This combo of addition and the doubling вы используете дополнительное удваивание вместо одного складывания. Причина, почему 255.19 использует Монтгомери, кривые Монтгомери, это то, что оно использует constant time, то есть оно выполняется довольно быстро, и оно не с постоянным временем. Дополнительная привилегия использования алгоритмов с постоянной длиной, потому что некоторые вещи... Потому что не может произойти такого, что как произошло недавно с криптографией в Windows, когда входил в бесконечный цикл. OpenSSL использовал некоторые субрутины, которые заявляли о том, что они были постоянным временем, но это не везде, но некоторые говорят, что они пытаются что-то делать с постоянным временем, но это не так просто. Люди всегда говорят что-то о криптографии, какие-то заявления, но это довольно плохая криптография. RC4 — это довольно плохая криптография, но... И в какой-то момент все узнали об этом RC4-алгоритмы, и все говорили, что оно постоянным временем, это классное ПО, и вообще это очень интересно. Это не используется RC4, это плохой шифр. Этот пример использует на RC4. Давайте посмотрю, что этот код этот делает, и посмотрим, что делает Valgrind с ним. Мы зашифруем с помощью RC4. Вы видите, может быть, ключ, аллоцированная для него память и так далее. 32 — это довольно неплохая длина для ключа. Если нет ключа, то мы получаем ошибку, и в конце мы освобождаем наш ключ и так далее. Мы инициализировали наш ключ. Окей, что-то есть с ключом и так далее. Дальше мы расширяем наш ключ. OpenSSL называет это такую структуру RC4 Key. Что-то вы можете скомпилировать, и компилятор обычно добавляет какие-то оптимизации в ваш код, и вы думаете, что это ничего не делает, но на самом... Вы не думаете, что там что-то упадет и так далее, но компилятор вызовет эту функцию, и затем вы запустите эту программу под Valgrind,
и сделайте, запустите санитайзер памяти для найти утечки памяти. Да, вы можете посмотреть и в предыдущем выступлении про фазинг, что это довольно сложно, если вы не погружаетесь в компиляцию и так далее. Вам не нужно перекомпилировать ничего с OpenSSL. Вы просто можете запустить Valgrind, и он запустит эту программу, и он вызовет все эти функции, он сделает ключ и так далее. И когда он это будет делать, он будет следить за всей памятью, которая будет выделена и так далее, следить за этой памятью, как она используется. Он будет следить за указателями, куда они указывают, указывали на правильные данные и так далее. Или говорить, ой-ой-ой, вы не можете это делать. Представьте, что вы используете какие-то неинициализированные данные, и вы используете это как значение, например, или как условие к if-у, если вы используете другие какие-то проблемы. Valgrind даст вам ошибку, неинициализированный ключ, потом неинициализированный, и Valgrind будет следить за этим и внутри этой функции, и затем он будет жаловаться на то, что да, у вас есть какая-то ошибка в этом месте и так далее, что вы используете неинициализированное значение и так далее. Вы используете какой-то доступ к массиву, который неинициализирован. То есть было бы интересно, если бы... Это было бы неплохо, если бы вы просто... Вы не должны получать доступ к памяти, которая не инициализирована. Если какое-то значение не инициализировано, то вы не можете этого делать. И он произведет такую вот ошибку и... покажет, в какой ветке это произошло. И именно это то, что мы хотим проверить для RC4, является ли это RC4 алгоритмом с постоянным временем. Это используется для того, что это нужно, или для чего-то еще? И есть ли какие-то проблемы с атаками на кэш и так далее. Если Valgrind говорит, что нет никаких проблем, то все, круто. Это довольно сложный ток все-таки. Теперь у нас есть экспоненциация с постоянным временем и умножение под условием. Вы хотите RSA или всю эту арифметику сделать в постоянном времени, но вы не можете использовать Valgrind. Valgrind — это классная вещь, но есть еще одно условие, что вас может подвести процессор, потому что процессор, который говорит, я буду делать умножение, сложение, деление и все такое, но он может сказать, что, о, я могу это сделать за один клок, потому что я могу сделать это быстрее. И возможно, с этим все хорошо. Это какая-то оптимизация. Это все нормально. Но а что насчет других процессоров? Например, ARM Cortex-M3. И мы посмотрели на имплементации криптографии эллиптических кривых и на 64-битных выходах, дважды больше, чем размер регистра. И это может умножение может занять от 3 до 7 циклов, и с указанием на C, а C это значит, что говорит о том, что это может занять до 7 циклов в зависимости от каких-то различных значений и так далее.
И таким образом студент сделал определенный блок-схему, которая показывает, сколько циклов это займет. Между... Эта блок-схема говорит вам о том, что сколько циклов займет эта операция в зависимости от, есть ли там специальные операнды или больше нуля, меньше 16 бит и так далее. И это просто ситуация с другим, с другой архитектурой, с другим процессором. Мы решили сделать конструктивное выступление. Потом мы поняли, что все сломано на самом деле. Это не то, что всякие инструменты делают не то, что нам нужно, а просто есть... Они просто не проверяют, что код на самом деле корректный, и атаки по времени, что они просто их не рассматривают, и что они не в новостях, и нет каких-то проблем. Это не только тайминг, а что-то еще. Давайте я вам объясню. CryptoMemCamp — это не только просто функция, это будет очень плохо, если ужасно, если это будет проверка в OpenSSL для побита. И они сделали функцию, которая делает, скорее всего, постоянным временем сравнение двух участков памяти специально для этого. И имплементация на архитектуру PA-RISC в этой функции была проблема, что она была эффективно было сокращено до сравнения только всего лишь одного бита в каждом байте. Потому что на PA-RISC она... Скажите, кто-то в зале использовал PA-RISC процессор в зале? Я вижу, по крайней мере, 10 рук в зале. Это вообще не самый популярный процессор в мире, но он существует, и вы можете написать код на ассемблере, вы можете даже найти такие машины и так далее. Это не ужасно то, что OpenSSL делает ассембли-код, это все нормально. Но в другом случае... Но также люди тоже могут напортачить. Давайте посмотрим на значение всего этого. Это позволяет атакующему подменять сообщения, которые и так далее. Иначе давайте посмотрим, что просто это значит. У вас есть сообщение, у вас есть 16 байт, и у вас есть что-то в конце этого сообщения, и у вас есть эта функция, CMP, и проверяет, сравнивает тег, который есть в этом сообщении. Это memcmp пытается сравнить. И затем мы пробуем использовать эту функцию, использовать для сравнения. Мы можем сравнить 1024 с другой 1024 байт и проверить. И он сравнивает всего лишь 16 бит. И вместо того, чтобы 2 в 16 сравнить... 2 в 16 сравнивается вместо сравнения в 2 в 28. То есть мы теряем в безопасности. Это гораздо медленнее. Это гораздо менее безопасно. Классическое британское объяснение про безопасность. Давайте сфокусируемся на Intel. Я не думаю, что кто-то пытается сохранить PA-RISC, но... И в какой-то момент Intel сделала этот набор инструкций, и... Используя AVX2, мы можем есть имплементация 1024-битных модулей, экспоненциация таких модулей. И был баг в 2013 году, который был баг переполнения
баг переполнения. Что насчет этого? Говорят, что атаки на Диффи-Хельмана на 1024-бит теперь гораздо более вероятны. И возникают вопросы, как много времени это займет, или как много железа на это нужно. Это значит год на кластере, или это можно сделать на домашнем компьютере? Они говорят, что это не указано в advisory. И не отвечают на вопрос, можно ли использовать DHA до сих пор. Они используют одну и ту же субрутину, одну и ту же функцию. И это говорит, сообщение говорит о том, что атаки на RSA DSA будут довольно сложны все равно, чтобы их произвести, но и, соответственно, маловероятными. Это другая криптосистема. Это новая криптосистема. Немного другая RSA 1024. Ну, знаете, немного другая. Может быть, это безопасно, и они говорят, что, все будет окей, но... Кто-то реально на это смотрел. Если мы имеем новую криптосистему, мы проходим большой ревью, это очень, очень долго, обзор и аудит этого всего. Он нужно использовать что-то очень гораздо больше и так далее. Если люди используют 1024 RSA, то им должны быть какие-то проблемы, какие-то последствия. Есть ли вообще статьи на этот счет? Кто-то вообще на это смотрел? Мы развернули эту криптосистему и сделали вывод, что это маловероятно, и люди поверят этому. Но если вы не можете это сломать, то все будет ок. Окей. Но да, окей. И несколько недель назад был другой баг, другой advisory, CVE-2019-1551. Мы не думали, что мы будем о этом говорить, чтобы просто посмеяться над этим, потому что эти баги происходят очень часто, и мы просто не знаем последствий этих багов. Вот пример. Один пример куска из патча для этого бага. Да. Это вообще верно? Да, этот патч добавляет просто correct. Вы имеете здесь множество криптографов, которые борются за суперкомпьютеры, которые защитят вас от угроз от квантовых компьютеров, и все будет хорошо. Есть Falcon. Постквантовая криптография. И был анонс в сентябре, который говорил, что от автора Falcon, что последствия этого бага они будут производить правильные подписи, но будут утечки приватного ключа. Все имплементации Falcon имели один и тот же баг. Они использовали те же тестовые вектора и использовали одни и те же алгоритмы. И, возможно, они имели меньше безопасность, менее безопасно, и это было требовало больше времени это анализировать. Довольно плохо все сломалось, традиционная методология. Что мы можем отсюда сделать, какие выводы? Если думать про эллиптические кривые, особые точки, которые нужно особенно о них думать, еще другие. И это делает софт гораздо более сложным, и если это новая система, и
она не так долго использовала. Есть какие-то вещи, которые уже давно, например, RSA и так далее, Siege, Решето и так далее. Что вы хотите, это вы хотите убрать утечки, вводя арифметику. Мы не хотим делать так, чтобы... Если просто branches, которые... Если бит 0, то то, если бит 1, то да, то в случае с арифметикой это гораздо сложнее. Люди старались сделать сравнение, чтобы они не утекали значения данных секретных значений. И авторы Falcon'а, они не были знакомы с этими проблемами. И это реально очень сложно. И также у нас есть такая проблема, что мы хотим, у нас есть драйв, мы хотим делать вещи гораздо быстрее. И мы должны быть очень аккуратны, потому что есть код, который выполняется очень-очень часто, и мы реально хотим оптимизировать это полностью, чтобы это было гораздо быстрее. Мы хотим это засунуть более компактным, но проблема в том, что это произведет много ошибок. У вас может быть разные процессоры с AVX2, без AVX2. И для каждого процессора, для которого вы пишете имплементацию, не только референс-код, вы должны это учитывать. Для Kichak, для этой функции, они сделали хэш-функцию только для новых платформ, но они сделали еще более 20 имплементаций для разных архитектур. Если у вас есть дешевый смартфон, то там, скорее всего, старый ARM, а не новый, и поэтому у вас могут быть проблемы. Без поддержки железа, без этого всего, может быть, повышает сложность. Есть шифр спек, который был сделан ANB. Джейсон Доннелфелд, который постарался это сделать эту имплементацию гораздо лучше. И он сделал Adiantum X-Chacha имплементацию, которая гораздо быстрее, чем написанное руками код на ассемблере. Давайте отойдем от гораздо сложной математики. Да, возможно, математика — это решение. Вот это, то, что вы видите, это... Вы видите комментарий внизу в книге из 1910 года. Это значит, что на какой-то, на 399-й странице внизу, что есть это указание. 1 плюс 2 равно 2. Все эти детали. Это выглядит как машинный код для математики. Люди работали над этим больше, чем 100 лет. Есть фанаты этого всего, которые говорят, вы должны пройти через эту боль, вы должны написать, пройти через 300 страниц и понять, что все корректно. Вы должны написать доказательства того, что это все реально правильно. Не просто компьютер, который делает какие-то автоматические проверки, и который в конце говорит, да, все хорошо, все корректно, а нужно очень аккуратно это все обозначить, это нужно специально все это реально правильно доказать, что все корректно. Если, да, все должно быть в порядке, если все в проверке прошли.
Чтобы дать вам некоторый контекст этого всего, они, математики не любят эти инструменты. Это очень сложно их использовать. Довольно много фанатов, которые используют, как, например, как EverCrypt. Они имеют криптобиблиотеку, которую они имеют много имплементаций различных алгоритмов. Вот список того, что они используют. Некоторые подписи, некоторые шифрование с публичным ключом и так далее. Да, это примерно достаточно для того, чтобы использовать HTTPS, или да. Да, вам нужен какой-нибудь процессор с поддержкой AES, но, может быть, еще что-то. Если да. И есть доказательства всего, что это все. Они сделали некоторые инструменты для анализа этого ПО. И чтобы проверить, что все ли хорошо, это серьезная гарантия. Позитивная сторона этого всего, что мы можем быть реально уверены, что такие плохие дурацкие баги, они исчезли. И мы можем быть уверены, что все, что спецификации корректны, что на определенный вход мы получаем определенный выход и так далее. Также должен быть, это отдельный вопрос, как вы проверяете процессоры, как вы проверяете компиляторы и так далее. Единственная проблема, что это очень сложно сделать. Это просто боль. И чем больше архитектур, чем больше для каждой имплементации, это гораздо больше работы. Пример, как насколько это сложно, вы можете посмотреть сколько список того, что они используют. Они даже для некоторых чипов от Intel они используются определенные отдельные имплементации некоторых алгоритмов. Например, EverCrypt не позволяет вам быстро производить эти операции на старых смартфонах, потому что это займет много человека часов, чтобы доказать это на новых платформах. Конечно, вы проверяете все эти вещи. Мы уже потратили целый час, насколько тестирование Энкла. Как много людей здесь имели это чувство, когда... О, жалко, я бы мог бы сделать гораздо больше тестов. Как я вижу, почти все думали и так. Кто-то имел значение? О, боже, у меня столько много тестов. Да, я вижу гораздо меньше рук. Да. Applications? Sorry? Who is in both camps? People who thought they tested too much and too little. Yeah. Была какая-то шутка. Конечно, да, вы должны... Тесты — это фантастика, нужно реально делать эти тесты для всего, что вы можете. Поскольку очень много кода, вы можете модулизировать ваш код, чтобы покрыть это тестами. Также есть test-driven development, когда у вас есть тесты, а потом есть код. Это очень неплохая функция. Но возьмем, например, Crypto Memcamp. Как мы обнаружим вот этот баг? Только рандомные входы произведут эту ошибку. И все эти тесты, они окажутся бесполезными, потому что не пройдет эту проверку.
И только фазинг имеет такую философию, что мы можем добавить случайность в этот процесс, в этот вход, чтобы и довольно быстро мы можем обнаружить этот баг. Это было имплементировано в SuperCrypto наборе тестов до OpenSSL. Мы могли бы, если бы мы лучше организовали наши тесты, мы гораздо бы нашли этот баг, мы бы точно нашли бы его. Какая-то реакция на баг, что как я могу сделать какой-то автоматизированный тест, чтобы поймать этот баг, чтобы найти его. Да, и убедиться, что баги такого типа уже не произойдут уже. Вновь, они не произойдут вновь. Это довольно эффективно, но за исключением, что проблема основная с тестами, что вы не тестируете все возможные варианты. Здесь есть огромное количество дыр безопасности, когда есть какие-то входы, которые вы никогда не думали, что вы будете тестировать, и они их сложно поймать с помощью фазирования. Есть какие-то особенные секретные входы, которые вы можете... Ага, здесь есть какие-то... Я могу сделать это, я могу сделать то, и какие-то очень особенные вещи. Как вы боретесь с этим? Как бороться с этим? Это очень влияет на криптографию. Например, в ноябре 2019 года Натсон Сакр сказали, что для кривой Curve 448 есть баг, который происходит случайно, с определенной вероятностью, 1 на 2 в 264. Это очень много тестов, и я не думаю, что я могу сделать так много тестов. Это займет очень много времени и усилий, чтобы построить такой тест. Атакующий может найти этот баг вообще? Вот этот вход, который может сломать какую-то функцию. Нужно ли больше анализа, насколько плох этот баг, или мы должны просто избавиться от этого бага, и все? Поскольку это очень маленькая вероятность, то никто это не может найти. И, соответственно, вам нужно доказать корректность вашего алгоритма. Ну, это не так просто. Можно находить реальные баги, либо делать вот этот вот подход с доказательством, который гораздо сложнее, чем просто находить баги. Вот есть пример. На левой стороне вы видите... Мы посмотрим, как это на как аудит, а не как на тест. Слева есть на реализации на Intel функции крипто memcmp. Вы можете видеть, наверное, не можете, потому что слишком маленький шрифт, но вы читаете, и в какой-то момент вы видите, что есть какие-то вычисления, которые происходят только для определенной длины операндов. Для каждой длины вы смотрите, что делает этот код. Мы сравниваем x0, y0. Делает XOR над x0, y0, x1, y1 и так далее. И мы имеем 3 байтовых XOR и исключающих или. И зачем мы все делаем как или, орим их. И если все в нуле, то это будет, результат будет 0. Если есть какая-то разница в этих битах, байтах, то мы конвертируем это в UINT64, делаем отрицание, сдвигаем. Какая-то логика. И вы можете посмотреть, и сказать, да, все корректно. Вы можете посмотреть на ассембле и посмотреть на граф, что все на этот DAG, что
Вы анализируете этот граф и говорите, да-да-да, этот код работает корректно, и вы это делаете для каждого графа. Есть какие-то инструменты, которые позволяют это сделать гораздо проще. Давайте я вам расскажу про Anger. Он работает на бинарниках и лучше, чем Valgrind, гораздо больше. Anger делает гораздо больше работы. Все делает автоматически. Он берет ваш бинарник, и он пройдет по всем инструкциям и говорит, вот, вот что я сделал для каждого входа X и Y, и построит граф, то, что для этих выходов. Это позволяет сделать код-ревью гораздо проще, потому что вам не нужно разбираться с последствиями. Нету памяти, гораздо более простые инструкции, нету прыжков, нету джампов. Есть ограничение Anger, что если у вас есть глюк, что если есть ветвление, то я не знаю, что делать дальше. И он одинаково распилит это на несколько кусочков и скажет, что они происходят с одинаковой вероятностью. Но это то, что нам нужно. Может быть, у нас есть некоторые циклы, которые основаны на публичной информации, а не... Мы хотим защититься от тайминговых атак, и мы также хотим, хотим это делать быстро. И иногда он даже Anger даже проверяет корректность этого кода и скажет, что да, это работает. Осталось только всего лишь 9 минут, так что постараюсь быстро рассказать побыстрее. Это очень простой вызов CryptoMemCMP, который вы определяете все ваши входные параметры. Есть X и Y, Z, и компилятор не выкинет этот код. Может быть, вам нужен Z и так далее. Может быть, что-то произойдет с Z и так далее. И CryptoMemCMP будет вызвано. И как работает Anger? Мы берем этот бинарник, пропускаем через этот Anger. Вместо того, чтобы иметь X, Y, давайте заменим эти места в памяти чем-нибудь другим. Другой переменной. Мы можем не знать даже, что это такое, мы просто заменим эти переменные. И затем запускаете программу, затем вы вычисляете Z, вытаскиваете Z. В конце концов, вы можете посмотреть, может ли произойти какой-то баг, вероятно. Иногда можно ответить на этот вопрос, не обязательно займет много времени. Вот этот вот код выполняется около минуты, который скажет вам, да, у вас есть баги или нет, возможно, вероятные. Что не хватает в нашем подходе? Всегда, если у вас есть constant-time-код, есть Manticore для бинарников. Есть Anger Management. Он всегда может перевратить ваш код в что-то еще и получить результат оттуда. Очень проблема, если SMT-солвер, если результирующий код работает, то они должны построить новые инструменты, которые посмотрят на... Если вы посмотрели на DAG, на один граф кода, который вы посмотрели в одном месте и в другом, и вы хотите посмотреть, эти имплементации делают одно и то же, и вы хотите сопоставить их между собой. Да-да-да-да-да. Вы можете посмотреть, вот поэтому они здесь.
И вся фишка в том, что вам нужно сделать определенный инструмент для этого. Я сейчас вам приведу быстрый пример, как это можно сделать. Например, функция сортировки. Когда вы сортируете массивы, можете сделать новый код для Intel, код, который сортирует эти массивы, и для, он оптимизирован под Intel, он гораздо в 3 раза быстрее, и он был проверен, что он работает правильно. И мы пропустили это через, это было пропущено через Anger, и мы выяснили, что да, все хорошо. Если вам это интересно, вы можете взять какой-то любой другой криптокод и пропустить его, и проверить, правильно ли было заявлено, что это выполняется в постоянном времени или нет. Мы берем, засовываем это в наш Anger, получаем DAG и смотрим, что там происходит. И мы сравниваем с референс-кодом, который, например, был написан на C. И есть также Python-скрипт, который может выполнить это сравнение. На самом деле это довольно весело. Да. По сравнению с другими подходами, это гораздо веселее. Да, это гораздо очень весело. На данный момент спасибо всем за внимание. Я готов выслушать ваши вопросы. Спасибо. Мы сейчас сделаем очень быстрый Q&A. Только вопросы, пожалуйста. Первый вопрос. Стандартное время — это единственная митигация против атаков? Да, это обязательная вещь. Вы можете сделать больше, вы можете сделать рандомизацию, но вы хотите иметь независимые от секретных данных. Это все, что вы хотите сделать. Второй вопрос. Спасибо за доклад. Системы операций, которые используются в real-time operating systems, они работают? Real-time говорит, что вы хотите говорить, что вы хотите сказать, что какие-то операции выполняются за определенное какое-то время. Но атаки, что когда до окончания вычисления атакер уже, атакующий может уже вынуть какие-то данные. Да, но если у вас есть constant time, то это гораздо лучше. Спасибо за доклад. У меня есть вопрос насчет Evercrypt. Так что курба для имплементации, она медленнее, чем другая. С моих знаний, курба 255, она одна из самых больших. На ARM это гораздо дольше, на Intel это быстрее. Ну. Спасибо. Вопрос с интернета. Для верификации, когда верификация формально сделана с Evercrypt, они проверили side-channel атаки? Было проверено на отсутствие тайм-атак. И проверяют, если там constant time. Следующий вопрос. Вы сказали compiler bugs. Вы думаете, что баг в Anger может закрыть ваш баг? Все ситуации для тестирования, у вас есть оригинальный код, может быть, он остается здесь, у вас есть фреймворк для тестов, вы хотите здесь независимые тесты, и в конце концов вы хотите, если все доказано, то да, вы можете представить, что да, что этот код делает эту вещь корректно, что да, все так. Нужно очень много питон-кода и что-нибудь еще, какое-то займет какое-то время и так далее. Но, да, есть какие-то баги в Anger, но есть баги в какие-то... Вы уменьшаете риск ошибок в вашем криптокоде. Вопрос интернета. Есть прогресс, официальный чек, если по-настоящему рандом? That's enough of an answer, I think. Я думаю, довольно это. Микрофон номер один. Какой статус для pairing-friendly арифметику, смотря на другие курбы?
Это довольно гораздо более сложно. Если вы посмотрите на TPM fail, то есть такие кривые. Такая же проблема была там. Внутри TPM тоже был код, который должен был быть проверен, но это все немножко про экспоненциацию. Те же трюки будут работать. И, очевидно, этот код не был constant time. Последний вопрос. Что насчет суперскейлер-процессы? Они ломают ваши алгоритмы? Или с какой-то дистанции не имеет эффекта? Вы хотите подумать об этом, что есть какие-то изолированные данные, которые содержат все свои секреты, и вы хотите убедиться, что ничего не было скопировано из этого окружения, безопасного окружения. Но если у вас есть суперскалярный процессор, то у вас если процессор решает не на основе данных, инструкции будут запущены, то все хорошо. Если это по-другому, то у вас есть какие-то проблемы. Можно утечь данные вне этого безопасного. Спасибо большое за прекрасные доклады. Спасибо нашим докладчикам.